Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстон, и сегодня мы поиграем в игру для мобильных устройств под названием Tentacle Wars. В общем, Tentacle — это типа как щупальца, вот они тут везде болтаются. Давайте начнем игру. Сразу скажу, что я не играл за кадром, мы сейчас вместе будем разбираться, я полнейший нуб. Ну давайте начнем с тренинга, как, наверное, всем нубам полагается. Что надо на этого ребенка нажать? Тренинг, миссия первая. Добро пожаловать в систему обучения антител. Я напомню вам некоторые важные моменты. В общем, это игра, в которой нам надо захватывать клетки. Сейчас зеленая клетка нейтрализует энергию противника. Вы можете подождать, пока враг будет полностью захвачен, или отрезать щупальца около его основания, чтобы ускорить процесс. А, типа вот так, хлоп? Интересно. Слушай, ну это вот как я так по картинкам, по скриншотам игры, я так и подумал, что эта игра вот наподобие там типа Mushroom Wars, но тут какое-то маленько по-другому, да, она играется. Это число показывает силу вашей клетки, а теперь атакуйте красную клетку. Наверное, мне сейчас скажут, что я красную клетку не могу захватить, поэтому начни-ка с белой. У вас недостаточно силы, чтобы преодолеть такое расстояние. Попробуйте сначала захватить нейтральную серую клетку. А тут даже есть какая-то важность, да, расстояние, на которое мы можем эти щупальца посылать. Серые клетки не враги, а полезный ресурс. Как только вы захватываете клетку, вы можете ей управлять. А теперь попробуйте захватить красную. Отрежьте щупальца. Давай, чук. Отлично. Обратите внимание на лимит силы. В этой зоне клетки не могут получить более 30 единиц силы. Теперь нападите на любую красную клетку. Так, ну вообще, что нам, какая разница? Сразу, да, нападаем, сразу обрезаем. А что не обрезается? Неправильное действие? Эти точки показывают максимально допустимое количество щупальц. Не отрезайте щупальца, атакуйте. А, вон оно что. Он хочет, чтобы я сразу несколько, да, такой? С двух щупалец сразу. Тыщ. Можно отрезать теперь, когда я... Могу сразу еще сюда. Типа такой, вау. Ну... Че, поглощаем врагов, да? А могу я подпитывать вот эту клетку из этой? Чтобы она поглощала вот эти соседние. Теперь мы ее питаем, а она жрет. Слушайте, ну да, это не то же самое, что там Mushroom Wars. Это какая-то совсем другая игра. А сейчас вы узнаете некоторые важные приемы. Нападите на левого врага и ждите. Кстати, комментарии я почитал сначала, перед тем, как начать. Писали, что игра довольно-таки сложная. Некоторые жаловались на рекламу. Некоторые писали, что не жалуйтесь на рекламу, а просто отключите интернет, и рекламы не будет. Некоторые говорили, что типа прошел всю игру нормально на 3 звезды без всякого доната. Типа все нормально, можно справляться без доната. Кто-то наоборот писал, что без доната фиг пройдешь. Типа это, не люблю игры типа pay to win. Ну в общем, сейчас будем пробовать все это сами на своем примере. Отрежьте для быстрого захвата. Так, а теперь можно я с двух, да? Наверное, они хотят сказать мне, что я могу с двух щупалец. Теперь враг будет атаковать вас. Атакуйте всеми... А, ну да, типа здесь у нас, видите, противостояние. Но здесь противостояние, а здесь мы его с другой клетки пробиваем. Отлично. Че, давайте. Теперь я так чувствую, мы его просто прессуем. Давайте так. Чудыщ, и захватили. Организм 1. Первые столкновения. Ну что, у нас пошла, да? Первый бой, то есть здесь мы что, 14? А погодите, мы могли получить 15 звезд. Что-то мы, может быть, долго проходили, я не знаю, почему мы не получили звезду, но да ладно. Что, поехали. Здесь, я так понимаю, просто напал, отрезал, все, миссия пройдена. 3 звезды. Здесь что, я так понимаю, напал, отрезал, напал. Че не нападаем? Давайте, прессуйте его. Опа, все, победили, 3 звезды. Так, а это что за клетка? Она какая-то другая. Можно давайте так отрежем. Здесь уже нападаем на него. Опа. Отрезаем. Что, не наша клетка еще? Ну-ка, давайте здесь нападем. Ха, победили. А ту клетку мы так и не взяли, которая, ну, какая-то странная была. Так, ребятки, мне показали рекламу, поэтому я отрубил интернет, чтобы избежать этого в дальнейшем. Похоже, в эту игру можно играть без интернета, да? Идем дальше. Что, давайте... А можно... А если бы я сразу... Нет, сразу, наверное, рано нападать. Давайте вот так вот. Хлоп. Так. Он, ну-ка, отстанет меня. Тыдыщ, я такой сразу сюда подогнал маленько сил. А что, если я сейчас на тебя буду наседать? Блин, ну смотрите, что. Короче, питаем эту клетку. Давайте сразу. Опа. Ой, нет, смотрите, так не получилось. Давайте попробуем по-быренькому. Так, эту клетку мы подпитываем, а эту занимаем.
Вот, теперь две клетки питают нашу центральную клетку. Я думаю, мы теперь можем просто нагло его пушить и давить. Мы же сильнее, да? Мы его должны... Ох, смотрите, да ты так далеко, что ли, дотянуться можешь? Да неужели? Мне прям не верится. Нет. Нет. У тебя ничего... Смотрите, он эволюционировал или что? Как он это сделал? Блин, ну я отрубаю, ничего не происходит. А, вот он просто раздулся от того, что его... Ну я круче, я, ну ладно, я, наверное, я вот не знаю, видите, я не понимаю, когда надо отрезать, когда не надо. Тут, видать, ну как-то надо это понять, прочувствовать этот момент. Пока что давайте ничего отрезать не будем, будем просто его пушить и пушить. Все, видите, мы, вот теперь, наверное, можно отрезать и захватывать. Отлично. Но, две звезды, давайте заново попробуем, давайте сразу нападаем, отрезаем. Сюда перегоняем силы, теперь нападаем сюда. Отрезаем. Все, теперь питаем эту клетку. Сейчас попробуем по-быстрому. И сразу это... Не-не-не-не-не. Так, давайте вот так. Нападаем, нападаем, нападаем. Все, две клетки нас подпитывают, а мы идем. Он там что-то пытается, но ты, чувак, ты так далеко не дотянешься, не справишься. Просто его сейчас пушим. Что, он может, что ли? Он может реально захватить? Нет, смотрите, все. Его усилия ушли напрасно. А мы его просто, блин, нет, зря все-таки срезал. Надо было давить, просто давить. Может быть, можно было срезать до того, как он щупальца вывел. Он, видите, он тоже вывел щупальца. Ну давайте вот мы просто с ним бодаемся. Мне кажется, сейчас опять будет две звезды, что не успеем на три. А можно вот так вот, опа-опа, да, и вот. Так, погодите, давайте заново. Я, короче, мне просто механизм игры понять, а то я сейчас пока что это... Плохо получается. Типа мы вот так, да? Мы можем, наверное, сразу отрезать, а здесь, типа, пушить. И сюда перекидываем свои силы. Пока что просто его давим. У нас везде нарождаются наши микробактерии. Сейчас, я так понимаю, смотрите. Сейчас. Вот мы его сейчас продавим, да? Тем, что у нас-то тут подпитка постоянно идет с двух точек. Давайте сейчас мы его продавим. Он сейчас еще свой второй хвост, поди, как всегда, вытянет, да? Давайте так сделаем. Опа, сейчас какое давление должно оказываться на него. У него тут почти сил не осталось. И вот теперь отрубаем, да? Все равно две звезды. Ну ладно, я не знаю, бог с ним. Не будем затягивать слишком надолго. Но тут надо приноровиться к игре. Так, давайте, центр мы... Я вроде его захватил, тут вот что-то зеленое зреет в центре. Но что-то... Как-то как зрело, вон теперь красное, синее. Слушайте, ну я не знаю, ведь я вначале что-то отрезал щупальцу, но это мне ничего не дало, видать это. Давайте просто сейчас попробуем тогда заново, но просто я с самого начала сразу посылаю сюда свой импульс. Мне надо эту клетку, я так понимаю, занять, а теперь отрезаю, вот, теперь это мое. Но они теперь вдвоем меня бьют, видите, в чем проблема. А как мне с ними с двумя бороться одновременно? У меня, конечно, круто, что у меня есть одна клетка, у них вот 12, у меня 14. Но меня сейчас двое бьют. Я не знаю, вот так ты дотянешься? Нет, нифига. Я не знаю, они меня пушат. И она просто угасает, это моя клетка. Так. А что делать? Может быть, мне наоборот просто поднакопить? Они пускай сейчас будут биться друг с другом, то есть пока они будут заняты борьбой друг с другом, мне просто копить силы, чтобы потом, так сказать, добить победителя. Ну что-то в этом роде я сейчас подозреваю. Просто сейчас коплю силы. Они дерутся, они теряют силы, я коплю. Наверное, как-то так. Лимит силы 100, вот тут написано. То есть я могу сейчас просто, пока они сражаются, я могу копить этот лимит, наверное. Они, видите, без конца. Они теряют силы, я коплю. И у нас клетка развивается. Тут, видите, почки налились. Точки разбухли. Но на три звезды мы вот так вот явно не продвинемся. Но тут, видите, тут вот есть шприцы, типа как бы как стимулирующие, какие-то ускоряющие. Их, видать, можно покупать за деньги. И там что-то в комментариях я читал, там типа без шприцов, там типа невозможно, вот типа того. Ну, не знаю, я не знаю, как вот этот уровень я бы сейчас... Ну, вот я сейчас полезу. Я не знаю, я просто дождусь до сотки. Пройду этот уровень, может быть, с одной звездой.
Ну, у них, видите, у них патовая ситуация, они вообще не могут... О, они начали друг с другом еще тягаться, это вообще замечательно для меня. Они уже вообще вот как бы... Как могут, друг друга прессуют. Все, они там уже вообще загнулись, ребята. Можно вот так вот. Можно, наверное, даже вот так вот, в наглую. Но здесь пока что рано. Давайте вот так вот. Да, блин, а что силы-то не поступили? Мне сейчас приходится сдерживать синего и пытаться пропушить красного. Ну, тут у него слабеют. Он слабеет. Ну и я там тоже не особо. 21. Давай. Опа, отлично. Есть контакт. Одну точку захватили, но, как видите, у нас беда по силе. Так, давайте вводим подпитку сюда. Так, не-не-не-не-не. Так, давайте от... Вот, блин, что творит-то? Негодяй. Смотри, как он... А можно сразу в две стороны я вот так вот буду на вас? А ты что, смотрите, что удумал? Ну, давай, попробуй. Смотри, у него сейчас здесь 5-4. Сейчас ему здесь туго станет. Опа, опа. Блин, и что, и ничего, да? Да ё-моё. Давайте уже это... Как-нибудь. Вот, отлично. Давайте... А что такое? Почему? Не дотягиваешься, да? Вот там, видите? А, тут, типа, две клеточки. Нужно больше? Вот, теперь дотягивается, я так понимаю. Все, давайте. Пушим, давим. Парень угасает. Все. Ну, одна звезда, ну, я не знаю. Ладно, идем дальше. Куда пойдем? Давайте вот эту миссию попробуем. Я думаю, давайте сразу в бока. Чем быстрее, наверное, тем лучше. Вот типа так. Здесь уже начинаем давление сверху на его клетку, чтобы он не мог нам мешать. А сами занимаем... Так, просто давим на его клетки отовсюду. Все, смотрите, мы уже в ситуации. Мы можем на него оказывать жесткий пуш. Причем можем очень жесткий пуш на него оказывать. Со всех сторон пушить. Просто, чувак, я не знаю, как ты будешь сейчас справляться из этой ситуации. У нас идет подпитка. Мы просто тебя без всякого отрезания заглушим. Отлично. Вот эта миссия сразу на 3 звезды, как бы никаких вопросов. Но вот как предыдущую, да, какую, вот эту миссию, я не знаю. Тут, наверное, надо либо подумать, либо, может быть, действительно без всяких шприцов дополнительных, может быть, фиг справишься. Ох ты, ё-моё. А клетку-то мы не заняли. Давайте еще разочек. Давайте еще разочек. Здесь у нас идет подпиточка. Здесь идет ответочка. Че, подпитка не идет? Подпитка просто не накопилась еще, чтобы идти. Так, здесь, короче, тоже идет наш прессинг. Ну, короче, сейчас просто пытаемся. У нас здесь одна клетка, ну, как бы две клетки против одной. И здесь две клетки против одной. Поэтому, по идее, мы должны побеждать. Наше дело правое. Я надеюсь, что мы будем побеждать. Синий тут пока что с красным тягается. Это нам только на руку, что они пока что тут между собой. Ну, а здесь просто будем пушить, я не знаю, без всяких там отрезаний щупалец. Мне кажется, иногда это... Ну, здесь, наверное, быстрее будет. Нет? Блин. Ну, давай допуш. Давай допуш. Вот, отлично. И здесь допушьте, быстрее будет. И поехали уже дальше. Просто по кругу синего сейчас пробиваем. Можно было бы всех пустить через один рукав. И как бы, ну, наверное, это было бы мощнее. Но мы сейчас просто в количестве, количеством берем. То есть мы его должны просто сейчас... Я даже не знаю сколько. Ну, давайте попробуем отрезать. Вот так вот, тыш-тыш. Поможет это сейчас с ним справиться быстрее. Нифига, парень, мы тебе не дадим такой поблажки. Вот этот отрезаем, нет, не получается. Ну вот это отрезаем, блин, тоже не получается. Добейте его, ребята. Просто добейте. Тут осталось-то ерунда. Все, у нас еще одна клетка. Смотри, все, со всех сторон наседаем. Прикольная игра, но, блин, 3 звезд мне уже здесь не видать. Давайте, тыдыщ, тыдыщ. Все, победили.
но на 2 звезды. Но это все можно потом перепроходить, проходить еще раз, добиваться лучших результатов. Давайте вот эту миссию. Просто, ну, как бы, мне кажется, вам интереснее смотреть будет разнообразные уровни, а не то, как я переигрываю раз за разом. Так, нет, нет. Парень очень далеко от нас. Я, наверное, вот так займу, потому что в этой клетке у меня, по крайней мере, больше. Ну что, мы продаем, да, его? У нас же больше, чем его. Отлично. Теперь делаем вот так. А это только одно щупальце может послать. Ну ладно, в центр. Или может на низ? Давайте на низ, так, я думаю, будет быстрее. Вот это как бы обрезаем щупальца, а посылаем на низ. Все, отлично. Теперь, что у нас? Теперь просто оказываем давление. Просто оказываем, давим на него по всем фронтам. Я не вижу смысла сейчас что-то обрезать щупальца. Я думаю, мы на этом ничего не выиграем. Но я вижу, что 3 звезды уже у нас не будет. Только 2 максимум. Все. Зона очищена. Окей. Что у нас здесь? Так, здесь какие-то, смотрите, стеночки. Я не знаю, что это такое. Слушай, ну вот эта большая клетка, на нее много понадобится пригнать. Поэтому я просто отправил щупальца и жду. Смотрите, что творится. Опа. Отбивайся, как можешь. А мы пока что займем другую клетку. Смотрите, что творится. Он забрал у нас нашу территорию. Нам бы сейчас захватить еще одну клетку. Может быть, как-то пока что на него здесь накинуться. Чтобы ослабить силу его давления. Но у него здесь еще клетка, она бездействует. И здесь, смотрите, там красная теплица. Там я не вижу ничего зеленого. Что-то мне кажется, я сейчас этот уровень вообще... То есть, если раньше я хотя бы как-то так, типа, ну там, ну не на 3 звезды, на 2, то здесь вообще все выглядит так, как будто мы сейчас проиграем. У него есть клетка на 60, наша клетка угасает. Не знаю, почему он... Вот как бы меня сейчас спасает только то, что он вот этой клеткой почему-то не ввязывается в бой. Так, здесь, наверное, можно отрубить уже. И вот теперь насесть на него по полной. Опа, все, отлично. Теперь я даже не знаю. Эти стенки, похоже, через них нельзя бить, наверное. Скорее всего. Или твоя атака будет через них ослаблена. Поэтому действуй через центр, подпитывая его вот этими. Ну, не знаю, давайте попробуем. Могу я? А, нет, вот видите, барьер блокирует путь. То есть я просто через них не могу атаковать, поэтому мне надо вот здесь вот так по прямой нападать. Но, в принципе, если бы это был человек, он бы меня уже победил. Помните, у него там 60 было здесь бактерию, то есть он мог поддерживать свою клетку, саппортить ее, и тогда бы я с ним не справился. Не знаю, сколько мы еще вот так с ним сейчас будем бодаться, но его сила угасает, потому что у нас тут идет подпитка. Все, сейчас увы. Щупальца не сдюжат. Окей, ну одна звезда всего лишь. Так, здесь что? Давайте, ребята, накинемся на него сразу со всех сторон, растерзаем. У нас идет постоянный инкам. Итак, погодите, вот эту клетку спасаем. А, не можем, да? Ну просто его жрем же, он пытается отбиваться, но мы... Давайте, 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 ребята... Все отлично. Самый изи уровень. Главное побыстрее пойти в атаку. Бесплатные вакцины. Посмотрите видеорекламу и скачайте бесплатно игру за 2 вакцины. Ну, я сейчас без интернета, поэтому нет, спасибо. Так, что у нас здесь? Я так понимаю, здесь надо саппортить одну клетку, чтобы она смогла... Вот видите, тут надо сначала накопить достаточное количество, чтобы отправиться в бой. Видите, сейчас 30-ка. А, погодите, 30-ка это в принципе лимит силы. А как тогда? Я не понимаю. Знаете, что мне кажется? Похоже, этот уровень вообще не пройти без вакцины. Наверное, вакцину вгоняешь, повышаешь лимит клетки, и она тогда сможет действовать на расстоянии. Ну, просто я не вижу.
А хотя нет, смотрите, она достает. Знаете, я просто до этого думал, что вот где желтая, до туда она достает. А дальше она типа не достает, потому что энергии не хватает. Но раз достает, тогда вот это все обрубаем. Тогда вообще уровень заново. Я-то не знал, что так можно. Давайте, вот эту клетку питаем, и из нее сразу идем сюда. Видите, она не дотягивается, да. Давайте, питайте ее, а она тянется. Не дотягивается. Так, а погодите, а как? Так, я почему-то... Все-таки не дотягиваемся, да? Знаете, как можно попробовать? Смотрите, она сейчас тянется. Примерно вспоминаем, где она обрубится. Сейчас вот она может обрубиться, а мы хлоп и вот так вот. Вот, все, она дотянулась. Теперь главное, чтобы она успевала питаться. Все, я понял. Мы типа обрубаем клешню, она бы оборвалась, но мы быстро ей доставляем бактерии, чтобы она успела прицепиться, и потом уже ее постоянно подпитываем. А я уже думал, что за уровень, думал, вот это точно без шприца не пройдешь. Но нет, есть тут свои методы. Но получаем сейчас только одну звезду за этот уровень. Ну не знаю, давайте попробуем переиграть, теперь, когда мы знаем, что делать. Типа, опа, хватит сейчас... Да, все, мы дотянулись, и теперь просто запитываем эту клетку, чтобы она быстрее захватывала. Сейчас, ну, правда, на 3 звезды все равно, я не знаю, как этот уровень пройти на 3 звезды. Тут, наверное, действительно без вакцины фиг справишься. Ну, или как бы, ну, вакцину, да, но ее же можно достать без доната, там можно бесплатные видео смотреть и так далее. А, нет, смотрите, 3 звезды дали. Я думал, что вот если там сверху 2 звезды, то я и получу не больше 2 звезд. Ладно, окей, неплохо. Что у нас тут? Следующий уровень, ребятки. Давай сразу обрубаем. Нет, не хватает. Вот эту клетку хочу, она какая-то клевая, матерая. Можно сразу... Так, а сюда сразу давайте... Нет, да? Ну, не знаю, как мы сейчас сможем отобрать эту клетку. Там едва ли у нас что-то получается. Вон, смотрите, как щупальца тянет со всех своих клеток. Нет, я уже чувствую, что все плохо. Давайте пробуем заново. А если сразу нет, смотрите, не дотягиваемся, да? Так, давайте тогда. Вот эту клетку прямо... Ну, в прошлый раз я обрезал щупальца. И в этом плане я погорячился, поторопился. Проще вот так захватить. Теперь, наверное, вот эту сразу у него сначала все-таки отберу. В центр тяжело идти. Попробую сначала его отжать у него вот эти клетки. Он там центр будет долго захватывать. А мы зато с двух дул, наверное, сможем у него вот эту сейчас отобрать. Давайте, ребята. Блин, она краснеет. Почему? У нас две клетки, а мы должны побеждать в этом месте. Давайте так и вот так. Все равно, да, не успеваем продавить. Давай, блин, ну что ты будешь делать? Отлично, зато мы у него одну клетку отобрали. Смотрите, как он прет. Смотрите, как он прет, блин. Он, да, он насытил эту клетку, и теперь мы уже не можем с ним тягаться. Так, а вот это уже интересно. Но мне кажется, все равно надо как-то сюда пробовать идти. Просто, может быть, там пораньше где-то отрезать щупальца, чтобы отобрать у него клетку. Или, может быть, даже, знаете, как? Может быть, стоило вот так на него полезть? Типа, он ту клетку пытается отобрать, а мы сразу на него нападаем. Даже давайте я сейчас сразу так сделаю. Смотрите, мы сейчас сразу захватываем вот эту клетку. Он пойдет сюда, да? Это мы уже знаем. Все, захватили клетку. Теперь эту питаем и сразу нападаем на него. Он силы уводит сюда, а мы в это время сейчас попробуем его отобрать, пока он ослаблен попыткой захватить. Блин, а он зато ее сейчас быстро захватил. Че, на вторую клетку? Так дело не пойдет. Опа, блин, два. Ну и он сейчас еще центр. Да, нет, так дело вообще не по... Блин, я вышел на карту.
Тяжко, 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 друзья. Давайте еще раз пробуем. 9, 10, нас тут... Давайте, 12. Нас больше, чем его, но нет. Чуть-чуть не отхватываем у него эту клетку. Давайте заново. Давайте вот тут сейчас то же самое, но тогда мы на 13, да, пробовали? Давайте сейчас там на каких-нибудь 14 попробуем. Так, отрезаем, жрем. Вот когда у нас здесь будет там что-нибудь 15, да, тогда мы обрежем хвостик. Давайте вот так и вот так. Блин, одной не хватило. Ну, примерно, смотрите, когда он тянет щупальца к нам, еще чуть-чуть, и тогда надо на него наседать. Мне кажется, вот как-то так. Тогда уже обрезаем, и мы захватываем эту клетку. Из трех клеток нам уже будет проще. Вот сейчас, смотри, сейчас он начнет тянуть щупальца. Вот прицепился, все, теперь обрез... Вообще как-то... А, блин. Вообще что-то фигня получилась. Не знаю, с этим уровнем что-то париловка идет. Вот он захватил, тянет свои щупальца. 15, 16, у нас 22. И теперь обрезаем. Вот, отлично. Теперь пошла наша ответка. Наверное, сразу пробуем и вот так вот. Нет, 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 нет. Блин. Да как же с ним бороться-то, с этим товарищем? Сложно, сложно, сложно. Я что-то сразу это вспомнил. Карину стример, что сложно, сложно, непонятно нифига. Так. Ну, тут интересно, сложно, но интересно, да? Может быть, конечно, это не самая лучшая стратегия, там, лезть к нему на низ. Хотя, мне кажется, ну а иначе как? Так, сейчас пытаемся с двух поглотить его. Он потом центр отхватит, но если мы успеем... Ну, если мы успеем забрать его в эту клетку, мы сможем против центра тремя клетками воевать. Хотя нет, смотрите, он здесь нас отбивает. Да, ё-моё, нет, нет и нет. И тут у него уже центр появляется, и это вообще уже не сдержать. Не знаю, ребята, не знаю, как этот уровень затащить, но будем пробовать. Так, давайте пробуем сейчас двумя тогда. Смотри, он тоже так умеет. Сейчас он здесь вот он ослабит сейчас хватку. Он сейчас центр захватит. Можно, наверное, обрезать. Отлично, захватили. Теперь сюда все. Вот так вот. Пробуем теперь всей толпой. Это обрезаем, это нам не надо. Давайте, ребята. Смотрите, вот он сюда лезет, да? Давайте здесь ослабим. Просто попробуем тогда, чтобы здесь усилить клетку. Смотрите, он как еще издалека решил дотянуться до нас. Но смотри, он слабеет, да? Он слабеет. Хотя вот здесь вот что-то у нас клетка теряет силу. И здесь клетка теряет силу. Мы-то тоже, блин, слабеем. Давай, давай, сейчас вот эту клетку захватим. Но он у нас захватывает тоже. Давайте. С двух, с трех дул достигнут лимит щупалец. Так, сейчас мы вот это у него пробьем. Отлично. Так. Ну все, мы, я думаю, теперь мы его побеждаем. Вот это забираем. Сейчас, сейчас у нас все. Отлично. Теперь отсюда сюда, отсюда сюда. Вот это можно разорвать. Порочный круг. Ну и все. Это победа, ребят.
Но правда, трех звезд нам здесь не это не предоставится, но я с этой миссией попарился. Как бы это. На одну звезду, но прошли. Нравится игра? Игра нравится, но отзывы мы сейчас без интернета. Какие отзывы? Да и вообще я обычно не оставляю никогда отзывы по играм. Так, что, ребятки, еще одна миссия. Сразу обрезаем, сразу на следующую идем. Так, здесь чук-чук-чук, наверное, обрезаем, идем на следующую. Эта клетка, я думаю, питает две. И все, теперь мы вот так вот. Я думаю, мы уже в выигрыше. Должны, я думаю, побеждать. Просто идем по двум направлениям. Я думаю, у нас силы больше, чем у него. И мы должны будем побеждать сейчас. Ага, смотрите, что умеет. Ну, а мы вот так, если скажем тебе. Ты дыщ? Ой, не справить. Уху-ху, какая беда-то у нас приключилась, ребята. Ну, давайте вот так на него нападать уже, чтобы он тут сильно. Сейчас здесь мы его задавим, отлично. Это мы отсекаем. Вы, ребята, сюда вдвоем давите. Сейчас эту клетку мы у него отхватим, а она с двойной подпиткой пойдет еще на него. Но он уже не держит напругу, ребята. Хлоп, все, пошло на него давление. Но три звезды, наверное, мы здесь не получим, да? Давайте обрезать. Что, нет? Не продавили таким путем, ну ладно. Две звезды, ребят. Но это все можно... Ой, почему у меня следующий уровень начался? Я же вроде ничего не выбирал. Так, я даже не знаю, тут красный есть. А есть нейтральная территория. Так, отхватил нейтральную, теперь спасаю свою клетку. Пытаюсь, по крайней мере. Давайте, они вдвоем давят, а мы вдвоем защищаемся. Кто сильнее? 15, 14, 12. Такое ощущение, как будто они сильнее. Давайте тогда пробуем сейчас эту клетку захватить, пока еще не поздно. И эту пытаемся спасти, а эту захватить. Сейчас они вот эту заберут, начнут на меня давить. Но если мы вот эту клетку отхватим, она вроде как крутой выглядит, да? Нам надо просто ее успеть захватить, я думаю. Захватили? Нет, не захватили. Они меня сейчас захватят. Отлично. Вот теперь ответка наша пошла. Я не знаю, хватит ли одной этой клетки сейчас, чтобы от них откидаться. У них-то их 4, а у нас одна, ну, типа, крутая. Она, видите, она больше импульсов посылает, быстрее. Ну, не знаю, посмотрим. 96, 95. А почему вот он, видите, он как я не действует. Он не саппортит свою вот эту клетку другими. Поэтому нам тут проще. Это, наверное, пока что потому, что начальные какие-то миссии. Там дальше, я думаю, будет сложнее. Смотри, что удумал. А вот так не хочешь? Эту клетку, смотрите, ее так хорошо саппортят, что она вообще запросто справляется. Теперь пошли сюда. Эту связь отрываем. Можно вот так двумя сейчас гасить. Сейчас вот эта клетка у них упадет. Не будем сразу на всех наседать. Ну, хотя, почему бы и нет, у меня сил хватает. Все, отрубаем, и ему конец. Ну, опять же, одна звезда. Что ж, ребятки, вот такая вот игрушка. Первую главу тут не закончил. Я думаю, потом будет еще вторая, третья, там четвертая. Ой, чё, как я сюда зашел? Выйти. Я случайно выбрал. В принципе, игра прикольная, я так понял. Если вам тоже понравилось и вы хотите продолжение, пишите об этом в комментариях. Поддержите видео своими просмотрами и лайками. А у меня на этом все. С вами был 1СТ1. До новых встреч.